Он шел по улице и тихо плакал, облизывал одноухий больной лапой, повисший хвост, несчастные глаза, а в ней жемчужинкой дрожит слеза. Его вокруг никто не замечал, а если заметил, то молчал. А мог еще и палкой замахнуться. Он убегал, когда мог увернуться. Он с грустью думал: я такой урод, но кто такого жить к себе возьмет? Так шел, шел по камушке дороги. И вдруг перед собой увидел ноги, огромные такие две ноги, обутые в большие сапоги. В смертельном страхе он закрыл глаза, а человек нагнулся и сказал: «Красавец-то какой, а ухо, взгляд! Пойдешь со мною, я очень буду рад. Принцессу и дворец не обещаю, но молоком с сосиской угощаю». Нагнулся, протянул ему ладошку. Он первый раз держал в ладошах кошку. Взглянул на небо, думал, дождь закапал, а это кот в руках от счастья плакал.